Там вы его видели, да, варборный аватар? Там пошел стримить, ты не можешь почекать. Сейчас смотрю. А, я с телефона смотрю, но у меня пока написано офлайн. Сразу так битри 9000, офигеть, откуда? Просто точечная картинка, как так? Не в сети. Че, опять что ли? Да ё-моё. А, нет, все, пошло. Пошло? Угу. Ну, это мы вырежем. Нет, пошло это традиционное глуховское. Самый вопрос, куда пошло? Вперед. Назад. Ну, да, можно... Стоит. Так, да, ребят, еще раз пошло? Всем привет. Химер, там все нормально уже? Готов? Я откуда знаю? Подожди. Я с телефона, у меня тут медленно все. Ну, вроде да, все нормально. Всем еще раз привет. Наконец-то перезапустил VPN. Опять же, во время трансляции у нас может такое быть, потому что мы играем через VPN, а он может сам чудить, могут сами сервера чудить, потому что народу много и играет, да, тоже большое много народу. Не только за новую расу, но и вообще. Я просто сегодня утром, ну не утром, а когда новую скачал, заходил, было очень много народу, даже обычных. Ньюани, кошки и так далее. Ладно, я пока создам так, нового персонажа. У меня персонажа, хорошая новость, кстати, да. Давай только определимся точно, на каком мы создаем. Который на новом. Зеленым у нас, да, пацан? Который зеленый. Ну, табличка зеленая, там твои сервера. Давайте, да, все готовы создавать, да? Освободился. Давайте создаем, чтобы мягкие все появились. Отлично. Так, погоди, я еще только захожу на новый сервер. Сейчас вам Химера покажет, насколько пафосный новый редактор. Это просто верх пафосности. Ну да, верх пафосности. Все варборнов делаем, да? Угу. А я написал, я говорил, что ты дварф начнешь, ну ладно. Девочками или мужиками будете? Меня спросили мужиками, потому что ожидаю, что другие стримеры будут девушками. Подозреваешь тогда? Ладно, я же... Не, подозреваю. Я смотрю, тут на нас подписываются. Извините, если у меня картинка не прогружается, это все VPN. О, мы можем с классами еще, там может один саппорт сделать. Я милишников буду, наверное. Или маг. Кого будете брать? Давайте классы выберем, чтобы все разные. Химера, наверное, саппортом. Лучника. Я лучника буду. Алло, ты че? Я не умею саппортом. Лучником? Ты кем будешь хитрею? Ну давайте я тогда саппортом. Слушай, такие дела. Так, вот это, по-моему, люди, да? Внимание. Так, это эльфы. Самый правый. Нет, подожди, то, что я вижу, тебе сейчас. Ты самый правый сейчас выбираешь расу, да? Вот это дворфы. Ну, не, я класс это знаю. Вот это дворф, это мужской, правда, ну что-то низкий какой-то, ну правильно, так и должен быть. С бородкой. Блин, мужики варборные, настолько брутальные просто. Ну создавай его, чё. Создаю. Ну тут женский персонаж. Можно сделать халка, вообще изи, да. Это корейцы. Вот они. Мне не погружается текстура. Блин, класс вообще. Это кошки. Ну да, вот это да. Вот наши битвы рождённые. Задержка жесть, конечно. У меня на Твиче ты сейчас такого гнома выбираешь. Так у тебя что-то с текстурами, я смотрю. Ну, в PNG же. Нет, это у всех. У меня тоже такое было. Когда ты сейчас перейдешь в кастомизацию, они справятся. Ну чё, вот это создаем? Кстати. А расскажи про пассивки, кстати, Хидео. Мы пассивки, точнее, я пассивки только 4 перевел классов. Ну, у всех, в общем, изменились. У нюансов и хранится не сильно, а у других раз более существенно изменилось. У эльфов добавили бонус к урону и хп питомцев в радиусе 10 метров. У дворфов пассивка на шанс добычи более редкой руды, если они в группе с другими дворфами рубят руду. И скорое создание машин. Ну, я так понял, речь про болиды, тракторы, вот такой вот. Вот.
У хорнийцев добавили урон при управлении танками и осадными орудиями. Вот. А дальше я просто физически пока не успел перевести. Это довольно трудно. Отмазался. У меня еще переводчик глючит что-то сегодня. Сегодня вообще какой-то день. Все работает плохо. Может, не переводчик глючит, а что-то другое? Может. Короче, смотрите, тут единственное, что нам нужно еще одну инстансовую зону будет выбрать при заходе, когда вы создадите персонажей. Потому что тут идет инстанция. Слышь, они тут, короче, точно этого аватара скопировали. Смотри. Да, там есть аватар. Так, ты вообще... создался, я вам прям на месте создания вас жду. Ты в такой темной локации, где вот заставка идет, да? Какой у тебя никнейм? Хидз. Почему не хидел? Почему-то не вижу, что-то мне это не нравится. Не, корейцы. Ты сейчас... Вот, все, вижу тебя. Стой. Да, это Арчейдж, просто в 3.0 поменяли полностью редактор, грубо говоря. Ну, оформление, я бы так назвал. Давай, захоти уже делай перса, погнали, уже тут амбал. Подожди, дай с редактором поиграться, подожди. Сейчас, это на полчаса. Блин, кого же выбрать? Не, полчаса не надо. Ты что? Не больше, я уже закидывал, да, так, видос. Блин, вот это я... Включаемся побольше. Насколько брутальный чувак у меня. Да, нереально, особенно если двурук одеть, меня напоминает орка Дестра из линейки. С двуруком просто вот этот вот варборн, если еще там ему зеленую кожу сделать, ему можно даже татушки наносить, вот если кто-то помнит, как в Ла-2 были у шаманов такие красные тату, забавные. А теперь самое главное ими придумать. Знаете, что мне нравится, что вот у остальных рас одежда какая-то кожаная, там обычная, а тут реально такая ободранная. Что-то. Тряпки. Да, тряпки. Ну, кстати, у меня нормальная одежда. Смотри, у меня кожаные труселя, вон. Плащик. Это вы, мужики, тут что-то ободранные какие-то. У меня еще рокет ломан. Кастомизировать там, кстати, можно и рога, и вот в деталях как. У меня загрузка пошла, так что сейчас ждите. У тебя картинка пошла с архидом. Тут я, наверное, не пропускаю, пускай люди посмотрят. А там новая или старая? Новая. Там архид на что-то рассказывает. Ок. Оп, меня выкинуло. Угу. Я тоже выкинуло? Нет. Да, реально, смотрите, то есть как я и догадывался. В общем, первое пассивное умение, точнее не пассивное, первое умение... У меня заставка идет, кидаю. Меня не слышно, да? Плохо слышно. Скажешь, когда закончится, я просто хочу рассказать. А я пока буду загружаться заново. Геонер.저주받아 썩어 문드러진 자들아, 너희에게 다시 생명을 주겠다. 너희들을 지금부터 워본이라 부르겠다. 이제 심판의 시간이다. Все, заставка прошла. Вот, смотрите, у варборнов и дворфов первое расовое умение, в отличие от остальных умений, не пассивное, а активное. А, вот все это я вижу. А, сейчас, подожди. Да расскажу. В общем, первое умение, оно активное. Допустим, если дворф юзает, то что Но я рассказал. Не крутись, ты это на тебя посмотреть. Лучше не надо. Вот вам мужской персонаж, грубо говоря. Короче, судя по всему, у варборнов первое умение увеличивает ХП и МП. У дворфов шанс добычи редких материалов, если они в группе с другими дворфами.
Оно как баф вешается, вроде бы. Вот это, кстати, я сейчас показываю, это способности ярости. Более того, оно качается еще. Дворф, так точно, насчет... Да, и у варборнов тоже. В общем, оно еще и прокачивается до 30 левела. Кто такой Джордан? Не знаю. Хидео, Ctrl F5, да? Ой, Ctrl F, да? Да. Первым левелом. Я помню до сих пор. Ну, пафосно. Все пафосно очень пока. Так, там какой-то, кстати, у нас на форуме просили режим показать большого отдаления камеры, как он сделать? Нет, это у чувака мод был на стриме, поэтому он показывал, а я нет. Пробовал. Там точно нету такого? Не вводили? Нету. Ну-ка, пошли тогда. Мы подошли, Лескейт-то, он тут вылетел. Погоди, что-то у меня запинь какая-то, да, загрузка. Сейчас я тебе в скайп скину, там и... Про трансформацию еще, пока грузится эта вся жуткая штуковина. Ребят, не переживайте, вот насчет дисбаланса, говорят. Он, я бы не сказал, что дисбаланс, просто трансформы, они будут не в соло PvP актуальны, а в масс PvP. Те скиллы, которые там идут в этих трансформациях. Смотри скайп, Хитео. Что за иероглифы? Кстати, тут обозначение пати лидера поменяли на мини-карте. Мне... Нет, не отображается в капе ничего. Сейчас придет он. Мы только начали. Значочки все поменяли на карте. Надо разбираться, что такое. Химер, почитаешь чатик тогда? Там меня пишут везде. Да, там пока флут. Чем, пойдем дальше? Ну тут стартовый локация. А что ты нажал? У меня что-то отобразилось, какой-то голос заревел. Shift 5. Как это способность? А нажми еще раз. А, 30 минут откат. Так, все, я захожу. У меня ничего не было. Захожу. Какой-то трэш. У тебя, короче, девушка, и голос все равно говорил, как мужской. Может, это кто-то... А там выбор голоса он... Нет, может быть, он голос... Может, я голос не изменил. Не знаю. То есть у химеры девушка, а голос мужской. Правильно я понял? Тихо, не пали. А у тебя женский получается, да? Я гружусь. Shift 5 нажми. У меня еще тоже откат, я же попробовал применить. Ну все, погнали. Все, погнали. Бандиты. Покажи карту. Потом. Ну, мы... Блин, без перевода вы пока ничего не поймете все равно. Читаем. Давайте первую, да, выбираем? Да, я самый первый жму. То есть фактически вот эта вот локация, она инстансовая вначале. Она как бы по каналам идет, так же как та же библиотека. Вы выбираете канал и заходите. А что у дворфов там? У гномов, если я не ошибаюсь, как раз таки открытая локация, а у варборнов инстансовая будет. И мы сейчас в трансформации окажемся. Мне опять ролик. Часть мини... Да, ты покажи ребятам ролик, а я... Ну или если... О, да, трансформация. Большая часть умений... Это как бы не все умения трансформации. Еще должна быть... еще два умения. Сейчас мы будем просто высекать мобов с огромной скоростью. Поэтому я говорю, да, трансформация это имбовая штука. Так я смотрю, откатывается. Мне на чужого персонажа теперь стал похож. Вообще. Ну, женские, причем, судя по информации, которая была на Корее, я думаю, трансформации еще будут видоизменяться в зависимости от уровня, такое предположение. Ну да, это я переводил. То есть сейчас у нас такая скромненькая штуковинка, а потом, возможно, как-то еще мы будем покруче выглядеть.
Поэтому я говорю, в масс PvP вот эти трансформы, они будут очень сильно мешать. Потому что это массовая ауди по апрокиду и массовая ауди стан. Это жестко. То есть тут представьте, вы в момент боя просто врубаете эту трансформацию, врываетесь в рейд врага под тактиков, там, я не знаю, и начинаете давать масс станы с кулдауном, ну сколько это с кулдауном? Ну 5 секунд кулдаун у ауди апрокида. Это вот очень мало, я думаю. Кстати, ежедневные награды, какие-то новые призы, книжечки. Кстати, он что-то один, по-моему, куда-то без нас побежал, блин. Пошли. Да? Куда-то убежал от нас. А по-моему, он еще ролик смотрит. Нет? Че-че? Меня пока... Ты ролик смотришь? Нет. Я убежал вперед, этот боф уже. Молодец. Ну хоть бы сказал что-то. Что? Что? Не, ну вы там что-то слоупочите, че? Да я тут один как бы справляюсь. Пошли просто на пролом. У меня, наверное, спингом, потому что я по ним пытаюсь ударить, не получается. Да. Ограничения по классам нету на расы на эти. То есть тоже те же самые ветки, также играете спокойно, все, никто не мешает там, хоть, я не знаю, гномом тактиком играть, гномом следопытом. Скиллы трансформации зависят только от самой трансформации и ее прокачки, а не от чего-либо другого. Блин, а мы квест не сдали, нам надо 100 мобов нахерачить было. Да, надо назад. Пойдем вот... Я это еще как бы не локация. Это как бы вот, ребят, такой предлокация стартовая. Локация стартовая, она будет такая пустынная. Сейчас это такая вот инстансовая территория, где вам дают потестить вот привлекательность новых трансформаций, насколько это круто смотрится. Если вы начнете за любую другую раз, у вас все будет то же самое, как и раньше. Ничего нового. У меня 90. У меня тоже. Тут даже, наверное, не с пингом беда, а просто с лагами. Людей дофигищ. Just 5, блин, надо еще парочку взять. Все, погнали квест сдавать. Химера тут с нами вообще? Да. Ну тут, по-моему, из зоны, нет? Нет. Как говоришь, это да, это. Нет, мы вместе, вот по карте посмотри, синенькие точечки, это мы, ты от нас убежал. Давай как-то вместе. Ну, так. Ко мне подойдите, я, по-моему, вас не вижу. Посмотри на мини-карту. Вон, да. А, все, вижу. Я думаю, просто это инзона. Я горожан завалил. Ты на Чагата похож. Кто в лол играет, поймет. Про арбалеты ничего не слышал, по-моему, такого ничего не должны были добавлять. Ничего ж вроде, да, ребят, арбалеты никакие не добавляли? Как? Да вроде нет. Посмотреть. Мысли. Ну, по анонсу вроде нет. Босса убьем этого? Мне кажется, мы босса еще не убили. А он очень легкий, тут все просто, да. Сейчас нам еще надо, по идее. А давайте сразу наверх. У вас же сейчас у всех квест горит наверх, ага. Да? Пойдем сразу наверх попробуем. Я не помню, как я его просто проходил. Кровь и боль. Нет, ничего не идет отдельно, ребята. То есть те же расы, все то же самое, только трансформация, отличие. Все шмотки, все это то же самое, все классы и так далее. Может, конечно, из-за пинга, но мне что-то пока непонятен прыжок трансформации на полметра прыгает. Ну, естественно... Ну, может, еще левел, кстати. Я думаю,
скорее всего, трансформация не будет зависеть от шмоток, с которыми... Хотя, по идее, должна, с одной стороны, ходить. Если будет чувак там просто там полтинник 55-й трансформиться и иметь какие-то жесткие статы, будет как-то нелогично, наверное. Че, заходим? Угу. Да, на F. И ролик еще про раз. Одного. А, подожди, теперь G, по-моему. Теперь G. Выходим из станции. Странно. Блин, меня слышно вообще? Да, да, да. Нет, на стриме. Чувак пишет, дискейт еще не стримит. А, теперь выходить, да, на G потом, да? Да, 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 и мы вот как раз таки вот в этой локации появимся с кучей еще других варборнов. Дайте ролик посмотреть. Это такой ролик прикольный. Че, все? Ну я так не играю. А че он там сделал? Перебил всех, да? Ну, мой персонаж типа да. Ой, ну что так много роликов? Ну, что ты хочешь, кореец? Просто эскейп. Опа, ты рейд создал или почему нас закинули? Меня приняли. Ну давай, чё, или выйдем. Зря ты принял. Ну давай выйдем. Наверное, ладно. Лучше выйдем. Потому что они могут распустить, да. Возьми тогда химеру. Вот, ну, Мидори? Куда он исчез, погоди. Ты куда пропал? Я ролик смотрю опять. Ну блин. Ну что? Дай посмотреть. Я помню, когда начинал в Аркетч играть, все так, короче, горели тем, что надо лучше всех быть, быстрее качаться. И я иногда ролики смотрел, на меня ругались. Давай быстрее, надо бежать вперед, качаться. Конечно, 7 дней в неделю, 24, да, часа онлайн. Вот он, Мидори, принимай, побежали. Сейчас, вот, погнали. Бафните себе, вот у вас на Shift F5 должен стоять баф. Уже бафнули, у меня спал почему-то. А, у меня 4 минуты висит. Ребафайте, да. Хотя я пока еще не убрал, что он конкретно дает. Примерно перевод патча, но мы там что-то в тиме кидали. Ну, зачем как бы патч переводить, если мы все лично посмотрим и все расскажем. Этот квест я не разобрался здесь, как делать сейчас один квест. Я вот думаю, они на выбор ли они идут вот этот квест. Вроде берутся все. Ух ты! Я сейчас увидел окошко трансформации. Прикольно. Там по центру костюм, что ли, какой-то, или. А, это умение получается. Там какой-то итем надо применить, чтобы эту трансформацию задействовать. Скорее всего, она по квесту будет появляться. Погнали. Вот сейчас надо придумать, как этот квест сделать, самый первый. Мне кажется, или они варборны как-то медленно бежат. А, вот тут надо поговорить с персом. Поговорить в смысле, ну помнишь, поговорить. Ну не поговорить, а там какую-то это использует. Ты найдешь хим? Или я нет, мне неудобно, потому что я на стриме, смотри. Я сейчас найду, я сейчас вот найду. У тебя в этом самом квесте написано слэш, слово, и за ним еще два полуслова, грубо говоря, перед 01. Вот это, короче, надо записать и в чат. В эмоциях, да? Ну типа того. Там уже в теме нафлудили на 10 страниц. Где эмоции, что-то забыл. Shift K. Или просто K. Shift K это друг.
атакуем. Ну что, не нашли? Еще. Может, методом тыка? Как ты методом тыка? Довольно... довольно. Там типа приветствую. Эмоцию поражать. Каждую. Ну вообще на английском, да, хочу. Можно прописать. Нет, поклониться. Не нашел. Эмоция поклониться. Так, типа. Это как... Ну... Какая она? Вреду а черт, какой? Не получилось почему-то. Нет, но... это не поклон. Всегда надо прописывать вручную сейчас. Ну, я не хочу открыть переводчик. У меня не скопируется. Обнову обещают, ребят, до конца 2016-го, так что она выйдет пораньше, чем здесь некоторые люди в чате пишут. До Нового года обещают, скажем так, если все будет идти по плану. Ну, разница 4 месяца сохраняется. Октябрь, ноябрь, наверное. А здесь вроде как впервые будет снижен срок по выходу. Но исходя из вот на презентации, то, что было у Mail.ru, как бы из разговора с продюсерами, они как бы надеются, что им удастся сократить отставание. Смотрите, что корейцы делают, которые подходят. Чё ты нажал? Чёрт, я не могу. Так, давайте я в ТС скину, наверное. Я уже скинул в ТС, только давай. Перед этим надо слэш поставить. Диматик, я ВК тоже не могу читать. Чё-то нифига. Ты его перед этим видели еще на всякий пожарный. Да, надо вылететь. Он в таргете у меня, что-то он не хочет. Ну все. Задержка просто. Все. Да. Удаляй пирс. Так, что тут за шмотки-то, я только не пойму. Щит, лук, а вот балалайка. Лука еще чуть. И булава. Наверное, двуручная. Я не могу из чата скопировать, потому что чат у меня на телефоне. Да уже все. Ну да, чек мы как получили. Бы прошли. Я взял себе балалайку. Погнали, ладно. Кстати, сундуки откройте, что там в этом сундуке. Фигня здесь. А у меня что-то не открывается. Это ивентовый какой-то сундук зеленый, как я понял. Ну это печенька, наверное. Печенька и что-то еще дали. Блин, на открытие этих надо очки работать, черт. У меня 5000 очков работы. Слышь? У кого брал? Че нам тут муравейники надо вскрывать? Да? Вскрывать муравейники и, наверное, бить то, что вылезет из них. А, так просто вскрывать муравейники. Ты такой проницательный. Нет, бить-то надо других, вон, судя по значку. Я же сказал, просто вскрывать. Ну вон, нет, видишь, там перс. Мы взяли еще топорик. Квест. Топорик это на убийство мобов. Понял? Вот этих грязевых чубриков надо завалить, короче. Три штучки. И дальше пойдем. Кому завалить, кому захилить. А ты ж хилом. Ну ты можешь там их свет и тьмой ладошкой по ним там. Я качал хилера, спасибо. Когда это было, уже никто не верит. Кому. Ну, кстати, хочешь на руку положили, там уже появилось да. Умение новое. Mm-hmm. Уже. Так, что-то еще, 0 из 1 надо. Что-то 0 из 3 у меня горит какой-то квест. 0 из 3 это муравейники. Разбил? А, тут надо, короче, сундук разбить. Не, полить цветочек, короче, у дома. Пока не делают, я тут со своими. Цветочки стараюсь. Я поливал что-то, блин. А что-то у меня какой-то зелененький квест, 0 из 3. Ярость мы пока не сможем раскрыть, для этого надо раскачать перса еще. Поэтому до 30 левела.
Нет, нет, 30-й трансформ, по идее. Ярость неизвестно, когда появится. А, ярость 55-й. И там надо квест пройти. Еще неизвестно, как ее. Нет, там да, квест надо пройти. Таким образом. Что зеленым написали, а? Наверное, профилактика скоро. Ну, наверное, просто Хидео сейчас забанят. А почему меня-то? Тебя. Ну, блядь. Тут кучки какие-то. И тут я женщина с мужским голосом. Микрофон не Макс. Бегать не по квестам. Варборн за восток, ребят, гномы за запад. По дефолту идут. Но дальше вы можете в пользовательскую фракцию войти в любую, как вам хочется. И все, я не вижу в этом, ну, каких-то проблем. Так, вот там где-то стоишь, что сделать надо? Просто постучать. Постучать по домику. Mm-hmm. Угу. И потом возвращаемся обратно, где мы бегали. 55-х у нас нету. Ну, по крайней мере, у меня точно. Ушечку. У меня 4-55. У меня какой-то 51-й валяется там, да. Что у тебя там? Ну, попробуем на твоём версии, может. 4-55-х. 4-55-х у него. Краб! Я ж эти все веточки раскачивал, чтобы арчбокс обновлять. Вопрос касательно кошельков и ключей. Что изменилось с воровством? А что с ним должно поменяться? Ну, пока не видим. Пока вообще нам, кстати, кошелечек ни один не упал. Не упал. Ну вот, открой, посмотри, что там. Ну. Это все то же самое, наверное. Ну да. Ну что там, падают монеты просто и все? Ну да. А сколько монет падает? Да мало. Это тебе, наверное, может, не кошелек упал, может, ты с такой коробочкой путаешь, нет? Ну да, ты зеленую открыл коробочку или какую? Обычно. Ну, мешочек такой. Ой, пак отнести. Какие квесты, как мы их помним. Ой, не пак отнести, а этого. Маунта. Кстати, какие маунты у варборнов? Походу новый какой-то будет. Должны быть новые у гномов и у варборнов должны быть свои. Но что-то ты какой-то, по-моему, странное чудище несем. А, это Вова. Это... А, ну вот он броненосец. Перед тобой стоит. Броненосец. Здоровый это. Причем. Ну, я тоже хочу посмотреть. Мужику. Сейчас увидишь, вот там уже чувак поехал на одном броненосце. А, шла инфа, что с третьего этажа будет по голде с моба падать. Ребята, я сомневаюсь, что уже успели прям достоверную инфу дать. Вот, сейчас у нас будет квест на выращивание броненосца себе, кстати. Так, а где у нас этот? Нам надо его полить, что ли, или что? Да, сначала вот поливал, потом полить. Колодец грязный какой-то. Чуть не до... Давай, набирай воды, блин. У меня не обратная штучка, да, нифига, почему? А у меня одна. По одной набирается. Ну, воду выпечили, блин, из колодца. Пустыня, тут с водой проблемы. Нифига не набирается, блин, дайте воду. Давайте три дом. Стой. Передается? Рейд, не помнишь, какая? А, во-во-во-во, все пришло. А, передалось? Видать, просто только один человек может, да. Оформите ссылку на корейский клиент, как мы можем оформить, если ее еще нет. Ну, я ее залью после стрима, клиент. Попробую на Яндекс. Какого будете выбирать? Давайте все разных выберем. Я тогда самого. Я среднего. Я среднего уже. А. Ну, блин. Ну не надо слово почти. Тебе тогда верхнего брать. Не, я уже взял, так, просто тоже. Так, все, появился у нас. Так, теперь нам его выращивать надо еще, блин. Что еще с ним сделать? Поболтать, поиграть. Короче, классика жанра, я думаю, те, кто играли, помню. Mm-hmm. Так, а вот где яблоко взять? Дали нам, да? Яблочко. А яблоко ты посадил с самого начала, должен собрать. А, ну да, все правильно, да. Сейчас, значит, вырастет у нас броненосец. Ну, ФТП у нас закрытый. Для общ... Как там?
Для личного пользования. Команды, да. Этот, а у дварфов-то кто? У этих броненосец, а у дварфов? Не помню, не помню, кто у них. У меня какая-то проблема с гномами вообще, надо будет потом тебе проверить, потому что у меня почему-то за гномов вообще не хочет заходить. А тут проблема еще характеристик этих пэтов, насколько они будут соответствовать топовым ездовым питомцам. Я думаю, они будут неконкурентны, возможно, это чисто такие стартовые пэты, вот вначале людям пофаниться, побегать, неизвестно пока. Купите сразу сапожки, чтобы быстрее бегать было. На пэта? Угу. У тебя денег хватит, что ли? Сколько у тебя денег? Богатый, что ли? Мне 14 меди не хватает. Сейчас я продам что-то. Я полностью бомбиваник. Вот он какой. Так. А он еще кубарем может катиться, если его раскачать. Судя по скиллам. Как Мишка, не? Не Блин, знаю, я удалил может быть нечаянно. Он должен был. Кого? Его? Выкупи его. Выкупи. Ты удалил или выкупил? Или выкинул? Или продавцу продал, вендору? Удалил, удалил. Фу. Блин, это фигово, конечно. Чё-то, слушай, что-то мне не нравится как-то по виду. Какой-то странный пэт. Ладно, лучше на лицо этого пэта, ребят, не смотреть. На муравьеда похож. Какой же жирный. Чё тут по умениям? Слушай, у него по умениям он вообще должен замедлять и опрокидывать цель. Это атаковочный спелл. Стой, 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 стой. Можно ли вдвоём сесть? Химера. Двухместный стой. Он или нет? Ну-ка садись. Все, садись. Не, может, но мне тут скилл опрокинуть. Погнали. Понял. Куда вы поехали? Пошли. Подожди, дай закупиться. Купи седло на него и ботинки. Садись, Хидео. Угу. Блин, я, короче, удалил, а тут надо квест мне сдать. Ну ладно, пофигу. Фу. Короче, так не делайте никогда. Погнали. Хидео тут спрашивает, релик ломается или нет? Как мне этот вопрос достал. Так же все точки не меняли. На русской версии Хидео сейчас, кстати, можно восстанавливать удаленные шмотки через сайт. Тебя бы это спасло. Че, я так же так могу? Че-то ты смедленный какой-то. Хочу вепря вожака. У меня подарочек пришел. Не упал, тут спрашивают. О, начинается. Ну, я вот сейчас смотрю двуручку, да? Визуально вроде ничего не поменялось. 50, 50, 240. Стой, стой. Залагало. А, это вы стреляете уже. И засчитывает квест? Да. Пятый левел! Ветку можно выбрать вторую. Ой, блин. Как а какую помню, ветку лучше ветки. Хиллером брать сейчас? Сопротивление. Оборону, сопротивление? Потому что ты... Ну, можно аскет, да, или гипноз, исцеление, сопротивление. Только тут вопрос, какие они предлагают, блин. А, это сопрот, не надо, подождите. Оборону мне предлагают. А это что у нас, гипноз? Так, да, это у нас слева или справа? Что-то я забыл. Слева, наверное, да? Я лучше половину проверю. Кто у нас хилом играет? И я ты лучником хилом. Играешь? Я хилом играю. Тогда ты бери сопротивление к исцелению, наверное, сейчас. Хотя тут на лоу-левел... Ну, могу сопротивление взять. Так я хиллер. А тебе зачем? Пример. Я хиллер. Ты что, прикалываешься, что ли? Про лучника я пошутил.
Слушай, а у меня что-то не берется ветка, он мне не дал скрытно взять, бы... Хидео, а ты... у тебя пятый левел, пятый, странно. Хидео, подожди, ты же как бы профессионал на сарчейдже, как ты мог? О, фига! Подожди, смотри. Короче, я взял оборону, ну ладно. Химера, бери лучника, или ты уже взял вторую ветку? Я уже исцеление я уже взял, алё. Не, ну я ладно, смотрю, у него только вперед одна. Мои хилеры. Вперед мои хилы. Да. Арчейдж, ты же это... Ты же профессионал, Арчейдж. Как ты думаешь, как легко играть лучником на Корее? С тобой так сложно. А мне еще какой-то... Так, чуть мы, по-моему, не то делаем. Да, не то. Тут какой-то первый квест, по-моему. Дальше надо. Мне кошелечек упал. Дальше. Вот я и говорю, вот это кошелек первый, походу. Открой, попробуй, глянь, что там с него выпадет. Димасик не главный. Хидео главный. Пока. Был. Нас в деревушку в первую отправляют. 4 серебра, 68 меди упало. Стой! Химера, пожалуйста. Идешь сам. Где ноги большие. Показать карту мира? Ща. Да ничего не изменилось-то, в принципе. Кроме новых лог стартовых для гномов и работников, по-моему. А, фак, нам опять непонятно, что надо сделать. Что нам надо сделать? Опять, наверное, ту штуку прописать сейчас. Да. Давай ищи. Только уже другую немножечко. Я пока на вопросы попробую ответить на некоторые. Пишут, кач не интересен. Ребят, ну для того, чтобы показать трансформу уже такую, надо как минимум докачаться будет чуть-чуть еще. Я думаю, итем на трансформацию, скорее всего, один раз надо будет активировать и все. Вы нашли новую фразу или нет, которую надо прописать? Да нет, такая же. Такая же. Просто она тут списывалась по-другому. Блин, а нам, по-моему, комплект доспехов сейчас дойдут. Это чую, только вопрос какие. Вот не помню вот эти вот штуковины. На что они? Слушай, тут где-то квест вы взяли новый? Вон у броненосца валяется. Так, что-то тут 0101. Что тут делать-то надо? 08 мобы, скорее всего. 08, да, а 01 возник. Вы выполнили? Нет, нет, 01 это как раз-таки один из таких красных квестов главненьких сюжетков. На 10 бутылок маны, блин. Смотрите, что местные аборигены делают. Может, они что-то юзают тут или еще что-нибудь. Вы с 01 разобрались, нет? Че-че? С 01 разобрались? Нет, пока. Может, какую-то кошку снять? Откуда-то. Ща найдем. Это прям как в БДО было в начале. Кошку спасти. В смысле, я тебя спецом игнорю? Я тех последних сообщений в чате не вижу. А я вообще чатик не читаю. Вообще. Ой, смотрите, смотрите. Пойдем вон наверх слазим, птичка, глянем. Ну, я давайте. Думаю, это наверху, скорее всего. Может, птицу вот убить? Эту заводить? Я не могу дотянуться. Надо, блин. Ой, я нашел. Ползите все наверх. Mm-hmm. По лестнице наверх. Тут нужно поднять какую-то фиговину. Это только одна будет, потом еще наверх надо будет еще поднять. Короче, на самый верх забраться. Может, глайдер? Хотя рано для глайдера сейчас квест. Так, глайдер. Короче, просто какой-то тупой квест. Позже будет. Ну да, просто лазить, собирать всякую фиготень тут. Хидео, открой ему инженерку, он просит. Точнее, можешь это скриншоты сделать. Да, я чуть позже сделаю. Господи, вы открыли кошелек? Тут люди спрашивают, что сразу голда падает. 4 нет, кошельки серебра, нам упали. 4 серебра, 68 меди. Ух ты, а это что такое? А, это новое, наверное.
Короче, надо птицу словить. Поднял вот эту штуковину. У вас там уголечек в заданиях есть, и юзайте его на птичку. Нифига. Нет. Ноль из трех. А что сделать-то надо, непонятно. Вроде ничего нового. Упала штуковина, подбирай. Да, подбираю. У тебя засчиталось? А-а. Мне засчиталось. Короче не все... тени и поднимай итем. Кто там Химера опять убежал? Ты квест сделал, блин? Нет. Убежал туда. Сейчас сделаю. А че? Традиционно. Так, я не могу понять, почему это. Почему у меня не появляется итем? Ну, потому что ты хиде. Нет, не поэтому. Не, у меня упал один. Вот мочи, мочи моба, которого он держит. Вот итем. Изи, блин. Сейчас второй соберу. Мой же. Короче, один агрит, второй, наверное, лупит. О, отлично, я у Химера забрал. А этот квест. Этот квест можно сдать неполный, кстати. Да. Может, так его стоит. Убивать не надо. Странно. Короче, давайте сдадим, у кого выпал у Хидео еще один. У меня просто награды только... меньше будет. У меня один. Не пейте, подождите. Ну куку. Вот и все, чё. Блин, еще. О, я у корейца спер. У корейца спер. Так. Воруйте у корейцев. Не надо их бить. Их бить не надо. О, кореец спер. Так, ну все, теперь мобов, походу, нам надо убивать, носиться. Ой, ребят, насчет перекачки, но скиллы-то классные в трансформации, поэтому я даже не знаю. Повезло, у кого там мало персонального шмота, в принципе, там, я не знаю, кольца с ногашара нет, серьги с биглы, то вообще. Новичкам я бы советовал как раз-таки новые расы качать. Вообще, наверное, без вопросов. За старые нет смысла вообще начинать. Ну, тут много бонусов дадут, мне кажется, за новый раз. Да, они в целом выглядят довольно прикольно. Не, мало того, что не визуально, вот именно трансформация. Я думаю, масс PvP будет строиться вот с учетом новых рас, что в каждом рейде кто-то будет включить трансформу в нужные моменты, и это будет очень сильно помогать. Ну там масс станы, блин, масса прокида, если 5 человек с такой трансформой. Не знаю, все будет зависеть от кулдауна еще трансформы. Сколько она будет откатываться по времени. Вот это тоже вопрос. Так, сори, мне тут звонят. Угу. Пойдем пока мобов, ты прицепись к нам или просто подойди, мы будем мобов убивать, тебе будет засчитывать. Химер, можешь? Можно, пошел уже. Ну, я честно говоря, сколько с этих самых нубских давал кошелечков. Но не думаю, что больше. Сейчас 3 серебра дало. Если она 30 минут откатывается, то это будет жесткая штука в плане того, что вовремя ее кто заюзает, рейд может переехать, рейд врага. Такое себе удовольствие. Встать на фарм там того же босса какого-то. Я думаю, ее не просто для красоты сделали, эту трансформацию. У нее определенное применение 100% будет. Вообще очень похоже на трансформацию Камаэлей в Lineage 2. Логика, механика схожая, в принципе. Так, я с вами. Короче, надо двоих мобов убить и итемы пособирать. Причем итемы придется самостоятельно собирать, не засчитывает. Сколько у тебя сейчас? Один из восьми? Ну, сейчас вы там собираю. Не убегайте, а то я немного подостал.
Да. Тебе что-то засчитало? Прицепиться надо. Птиц я уже сделал. Было. Не птиц, а прицепиться. Прицепиться. Прицепиться, да, персу, да. И бегать за нами, прицепом. Я еще тут квест не сделал. Я еще тут квест не сделал. Какой тот? Не, я понял, но... Птиц две сделай и все. Я три сделал, в отличие от некоторых. Так вору, ну блин. Что, блин? Все сделано уже. Молодец. Делать квесты надо полностью. Тут как бы, ребят, знаете, с таким пингом не так легко убивать мобов, качаться все с небольшой задержкой, поэтому так долго идет. Плюс новая локация, новые квесты. Ну, относительно новая локация, новая, непонятно, что и как. Жалко, историю не понимаешь. Мне кажется, очень было прикольно узнать, что тут вообще происходит с ними. Ну, если честно, я думал, что вот пройду это подземелье ихнее стартовое, там сразу 30 уровень какой-нибудь. Но нет, решили, что надо покачаться. Что-то не пойму, смотри, у меня тебя сколько? 4 из 8 у меня квест, что-то и 2 из 8 горит. 2 из 8. 2 из 8, 7 из 8, 7 из 8. Это итемы, что ли? Я тут все собрался, что здесь было. Что-то мало засчиталось у меня. 7 из 8, это что, итемы или моба? Итемы. Вот сейчас я последнюю уже соберу. Так, нам получается вот этих вот зеленых уже не надо, лягушек, нам крылатых надо, короче. У меня 2 из 8 крылатых. У меня 4 лягушек, 4 из 8, почему у тебя нет? Странно. Странно, я с тобой бегал, не засчитывал. Угу. Ну я основной квест и делаю, вот сейчас он так и обозначается здесь. А теперь меня крылатых не засчитывают. Не, за сегодня 3 мы 55 не... это итем. А, может. Из лягушек надо подбирать. Вот почему. Угу, да, там такая зеленая гадость. Из 8 идем, там они на всех подбираются, надо одного моба бить и всем лутать с него, с одного моба все. Вот 6 из 8. Тут спрашивают, Смерть, почему лис дал утре мобов наших. Тут спрашивают, почему лис не стримит. Да, вот я тоже слышал уже. Потому что сегодня стримим на канале Гохи, а на моем канале будет чуть попозже. Я вот бегаю рядом с Мидори. Химера, почему Мидори? Потому почему хочется. Мужской голос? Что? Почему Мидори и почему мужской голос? Потому что давай. Хиллер. На два вопроса ответь. Так, у меня 8 из 8, осталась одна, 6 из 8, что-то. Это итемы, по-моему. Только они у меня почему-то не юзаются, погоди, что-то странно тогда. А ты вылетел, походу. Не, не вылетел. Это у меня залагало. О, не знаю, наверное, может быть сегодня. Хидео, может сегодня еще постримим на моем канале, не знаю. Ну, можно, в принципе. Сколько мы еще на Гохе будем? До 9. Ну, до 9, до скольки у нас? До 9 время. Ну, если честно, вот, если ребята, ориентировочно, да. Кто тебе остался, Химер? Все, ну, два эти. Слышь? Кыш. Я тебе помогаю. Конечно.
Так у меня уже все, я чё? Ну, у меня еще не все. У меня 7 из 8. Это, по-моему, моба, да, 7 из 8? Это чё? Чё не пойму, блин. Но итемы у меня уже не юзаются, значит, моб. Стрим, если я буду запускать, то, конечно, на Корее. На Ру сейчас как бы смысл стримить. На Ру всегда можно будет постримить. Сейчас, мне кажется, актуальная тема обнова 3.0. Ну, Корее. Даже самому просто интереснее посмотреть новое обновление. Блин, где итем гребаный? Почему не падает нифига? Пойдем на туда, тут еще наверх. Какой-то единичный квест вроде как, не? У меня ничего нет. А, есть. Не, это не единичный квест, это дорожка нарисована. Сюда. Точно? Не пойму, да. Зачем. У тебя сколько химера итемов? Я все сделал. Стой! Стой, химера. Почему у меня не сделаны? Ленивые. Так нет у меня. Почему у меня 7 из 8, блин? А ты итем? Ну давай любого убьем какого-то. Вот я здесь бью, где зеленая фигня, что-то мне не падает, посмотрите, попасть. Блин, ребят, про точку уже сказали, что никаких изменений не должно быть с точкой, все то же самое. Свечение должно быть при уровне заточки. Да, у них много других изменений, по-моему. Есть всегда. Короче, нифига мне этот итем не падает почему-то. Первое, это, по-моему, железо, второе... Если не ошибаюсь. Это побежал, тут еще один квест. Какой, где? А, все. Ты, наверное, сразу взял два, да? Я не успел. Слоупок. Ты же никогда не спросишь, ты все взял? Ну, как какой-то. Бы... Зачем, да? Да. Короче, что-то я не понял. Все равно меня будет. Я забрел, поэтому гребаным кость. А ты сдать можешь без этого одного? Вот, выбил наконец-то, блин. С последнего моба, блин. Пипец вообще. Кстати, сейчас затестить надо баф пассивки у варборнов. Сейчас у меня откатилась она. Было хп 2246, мана 1450. Так. Нифига, она ни хп, ни ману не дает. Что-то другое дает. Методом исключения, как минимум. Сейчас я посмотрю. Топ Кореи, тоже откатилось. Кстати, это 8856 гирскор на данный момент. Что я вам могу сказать? Не так уж это и много. У нас на ру-версии, ребята, уже приближают. Значению 8800, но у нас и 8500, по-моему, уже есть там ребята, так что мне что так хим упал. А это квестовый итем, черт, я-то обрадовался чё? Уже надо будет еще раз посмотреть, но основные статы не увеличивают. Ну хп ману не меняет тоже, так что я не знаю, что он дает. Что что-то, меня. Короче, на 10%. Я мусор собираю. Блин, только 8 левел. А ты, наверное, давно не качался в... Ну да, я вот как свои... Ну, у меня все мои ветки 55-й на основном персе. Там легко уже выкачать давно-давно. Там рунки падают, я чисто с рунками подкачивал, все ветки докачал. У меня на Корее 4 персонажа 55. Задрот. А на русском сервере нет одного 55. Ты бесплатно играешь?
Где? На Корее? Да. Ну да, зачем сплотить? Это так гениально. Ах так, да. Ах так. Сдать тебя надо. Сонгу? Да. 8800, самый большой. Вот уже говорят, у нас даже на Ру больше, чем на Корее. Я, кстати, не сомневался. А ты по всем серверам посмотрел? 8800. Вроде да, сейчас проверю еще раз. 8800. Странно, вообще корейцы они обычно очень любят. 8000, да, по всем 8856 самый большой. Короче, теперь сделали кронку пати-лидера синенькую. Мне все время кажется, что это квест. Я все время бегу к лискейту. Правильно, мусора мне тут надо помочь собрать. Похилять. А какие расовые скиллы у эльфа? Объединили их два скилла и добавили 10% урона и здоровья пэтам, которые находятся в радиусе 10 метров вокруг эльфа. Я в шопе, ребят, не нашел бесплатный сундук почему-то. С Азурионом. Не знаю, в каком разделе он тут должен быть. Ну я видел какой-то сундучок, самый первый. А, погоди, я нашел какие-то два сундука есть по ивенту. Их можно получить. Синенький и коричневый. Где? Сейчас попробуем. Смотрите, откройте шоп. Открыли шоп? Да. Потом первая вкладка. Вот первая вкладка дефолтная. И потом с двумя звездочками вкладку откройте. Да. Видите, да? Угу. И вот сундук. Но он только на полтос идет. Его мы не сможем открыть пока. 50-55. Вот это какой-то ивентовый сундук. Скорее всего там. Нет, первый левел 43-й. Ой, 49-й. Второй уже 50-55. А, это два сундука, да, можно купить, кстати. О, хорошо. Открывай, что там. Ложи нам. Ху-ху-ху! Тут комплект, слушай, трактор, Азурион, блин. Поехали. 50-й Азурион, отлично. Так, дракончик. Мне еще расскажи, что правда? Не разобрался. Вот шоп я открыл, и что дальше, какую вкладку? Ну вот у тебя сам, смотри, первая вкладка, у тебя там лифчик должен стоять, видишь, да? Жесть! Нет. Не лифчик. Вот, а, просто, трусы, короче. Смотри. Да. Ну вот, теперь открывай с двумя звездочками нижнюю вкладку. Ну это все ограничено, вкладку. Кстати. Все 9 дней. Вроде как. Ну, нормально для развития, че. Новичкам. У меня, наверное, такого нет. Бегать. У тебя есть такое. По-любому, блин. У всех явно есть. Смотри, вот ты открыл труселя, да? Вкладку первую. Да. Там видишь, а, все, вижу, идут. Вижу, понял, с двумя звездочками, да, вот, ее открываю. Блин, а я пароль свой не помню. Ну, сейчас попробую. Фу. Блин, реально не 20% помню. 20% устойчивости у разбойника, это у тебя к чему 21% устойчивости? К магии или к физу? Что многовато у тебя вообще устойчивости, по идее. Так, что нам, плыть пора? Или что? Куда-то. Квест мне показывает, что нам надо на остров. Идите сюда в лодку, садитесь. Сейчас я тут упал в воду, блин. Как же. Ну да, лодку нам дают. Так, погоди, что-то потерял лодку. А, лодку нам дадут, наверное, потом. Пойдем вот в лодку. Куда-то поплыл. Вот лодка стоит. Я это взял уже лодку, но не в инвентаре. О, что-то не дает, погоди, открывай лодку. У тебя есть лодка? Что-то да. Я не нашел. Ну ты квест-то прошел? Поплыл. Че, у меня квест туда ведет почему-то мне. Куда? Чуть залезть не могу. Хидео, ты где? Я упал в воду. Сейчас я прибегу. Прикати лодку к берегу, короче, я не могу забраться. Ходи, а что надо сделать? Квест на лодку. Просто сесть в нее, что ли? Взять лодку. А, вот. Повязать и все. Поплыли. Блин, нас какой-то кореец таранит тут. Светокопа-то выпал?
Ну. Вот это, по-моему, ОР, не? Поплыли. Хидео, ты где идешь? Да, да. Ну вы бегите, я сейчас вас догоню. Мы не выплывем тут. А, вот кореец убрал лодку. Попробуй вниз. На лодке. Какого фига она отозвалась, блин? Это я отозвал. Ты отозвал, что ли? Да. Ну, тут никак. 10 свитков на опыт дали нам. Ой, нам был. Ты, кстати, видел, что нам глайдер дали, ленивец? Прикати. Ну да. Я видел. Лодку. Нам дали еще глайдер ленивец, Зарион. Трактор, дракон и лодка. Предлагаю на тракторе. Поплыли. А чё, этого не будем? Этого не будем ждать? А я он вылетел. А, понятно всё. Ну? Подумают, демонюки будут бегать. Ну и чё, их же не будет 90% игроков, только часть. Чё-то мы лагаем как-то с тобой, плывём адово, да, у тебя тоже? Нет, у меня нормально. Какими-то задержками. Это у тебя ну, лагает. Ещё вроде норм. Задержки какие-то были прям такие. Блин, и эти за баб играют. Нет, не все. Уху, ленивец. Наконец-то я полетаю на ленивце, блин. Так все что ли, обратно теперь нам, блин, плыть? Ради этого мы плыли? Обалдеть. Бесплатно на Корее поиграть нельзя. Ну вот так нельзя и все. По идее, можно найти корейца. Что-что? По идее, можно найти друга корейца, который мой аккаунт зарегил. Ну, что ты все палишь-то, а? Ищу корейских друзей, да. Так, на Химерионе, ставьте Химерионов, короче, будем быстро перемещаться. Слушай, какие-то кирки нам дали, еще две волшебные. Я думал, это, по-моему, на ОР, 500 ОР. Типа экономия или просто... Ну, 500 ОР, сейчас за... Понятно. Сейчас попробуем. Ну, это вот Диматик там говорил. На форуме. Так, ты нашел, что делать с новым квестом? Куда нам надо забраться, что не пойму. Да, это 500 ОР. На какую-то скалу. А не, нам в город. Фу, блин. Целый 9-й левел. Позор какой-то. Чё-то чатик жжёт. Чатик... гендерные споры в ММО. А что ты сделал, бабу? Зачем, да? Да-да. Почему не дали трансформацию старым расам? Скорее всего, чтобы просто мотивировать людей играть за новых не просто красивым внешним видом, а еще и практическими какими-то умениями. Я подлю масло в огонь, пока жужу из Химера. Почему ты с женщиной играешь? Нравится, потому что что, нельзя, что ли? Почему кто-то так, в лол играет? Делаем, почему кто-то в доту играет? Вот Хидео, ты в доту играешь? Давно не играл уже. Ой, да конечно, а как же ты в LGD проживает? А, ну как смотреть, ну, тут и как играть, вот... одно... Ну как бы все равно это, ну... Ладно. Не будем продолжать тему.
Короче, у Димасика целый офис корейцев за окном. А аккаунт не может достать. А еще он аккаунт просил, если... То есть как это у него? Если целый офис корейцев, он себе аккаунт не может найти? Вообще. Да, что-то непонятно. Что-то как-то странно. Так, вы что там тормозите, блин? Я тут уже по лугам каким-то с цветочками перемещаюсь. Блин, на ленивце так классно летать. Ну, у нас есть аналогичный глайдер, только не ленивец, по умениям такой же сделали. Ленивцы из-за, я не знаю, Greenpeace, наверное, российский был против. Не знаю, почему не ввести этого ленивца. Было бы, хотя мне визуально, он, типа, не вписывается. Не скажу, что он нравится. Знаешь, и так далее, но не знаю. Нашлась бы группа игроков, которые начали бы, вот, что-то не так с ним. Тут опять будет квест сейчас с этой фигнёй, поклониться будет попозже. А как дорого сейчас Warchage начать играть на ру-сервере? Ну, я не скажу, если что прям супер дорого. Единственное, что раньше был один прем, сейчас уже есть такой второй прем дополнительный. Естественно, если вы хотите тогда быстрее развиваться, то надо два према покупать. Что еще у нас такого? А так, сейчас новичку намного легче ворваться. Куча просто бонусов. По мере раскачки вам приходят дополнительные плюшки, всякие сундучки, питомцы стартовые, блин. Если сравнивать с тем, что было вот в самом начале, вам все равно легче будет развиваться. А те, кто марафон выполнит, они получат вот эти вот релик-шмотки, и они там сразу себе могут там в районе 5000 гирскоров, в принципе, сделать практически. Ну, то есть, ну, это лучше, чем когда мы бегали вот с самого начала в Эрамике. Мучились там, я не знаю. Намного проще будет. Конечно, чтобы... Ну, а как вы хотите? Вот люди 2 года... Я, например, 2 года играю с онлайном практически каждый день. Вы хотите ивент, чтобы... За 2 недели или там за месяц люди могли сравняться, это было бы некорректно просто. Постоянно такие разговоры. Ребят, в ММО так не бывает, что кто-то не трудился, пришел и догнал тех, кто трудился. Бывают, конечно, такие ММО, но они обычно долго не живут. Офигеть, ветку надо взял. Собрать сейчас будет 100 цветочков, 100, блин. Не, наверное, по 10 просто. Дает. Или по 5. По 3 дает! Жесть какая-то, слушай. Может, какие-то альтернативные есть квесты? Типа кого-то завалить взамен цветкам? Что-то не понял пока. Может быть, кстати. Типа моба убить, сейчас попробую. А, опять про релик спрашивают. Ты знаешь, уже надо на канале видео сделать. Правда про релик. Отдельный ролик, где будет 20 секунд содержания просто. Релик не то, релик не будет изменен, релик не будет изменен. И глаза такие гипнотические. За мобов больше дают квест. Как у нас оборона по крейске? Меня похилять надо, спасите! Спасите! Далеко. А, там химера рядом с тобой. Ну, есть вариант, что... Нет! Там химера с тобой. Нет! Я умер. Меня просто мобы задоминировали. Ой, а тут рядом ресурс. Он на нуле, кстати, стоит. Зато ачивку выполнил. Ты, кстати, все ачивки выполнил? Или ты не заморачивался? Ой, у меня много ачивок выполнено, огромное количество, но я думаю, точно не все. Чё, какую третью ветку? Я, блин, грёбаный гладиатор, что ли? Ой, блин, да, бери, наверное, глада, будем тебя даём хилять. Может, что-нибудь подамажнее наемника взять, хотя бы, тогда уж. Мы в данжах тогда будем веселиться. Хотя нет, наверное. Ну бери, да, по-домашнему. Точнее, наверное, наемник. Димасик, спасибо. А он что-то какой-то наглый, он скотина, не хочет мне скрытность... А, не, его все, применил скрытность, наконец.
Теперь я вас уже почти догнал. Стоп, а тут такой... А, нет, есть, сори. Как два. Кстати, заметили, что шрифт изменили цифр и прочего? Больше на японскую версию сейчас, по-моему, похож шрифт. Хотя в чате вроде... Ну, по-моему, смотрится лучше. Мне нравится. Приятненько. Если что-то изменили, а может быть... Покрупнее. Но мне как бы корейская версия нравится сама по себе. Мне не нравится Европа. Аркейдж вообще как-то, не знаю почему. Ну, по-моему, на Европе не сильно взлетел. Там что-то да, были спасибо, тоже какие-то скандалы. Я не пойму, что мобы меня так больно бьют, блин. Вы шмотки не получали там никакие? Ничего не одевали? Что-нибудь прям больно одевали. Лупит, блин. Открыли, да, набор доспехов? А какой там дают? Средний или... Какую-то фигню мне понадавали. Стартовые пыли дают. Какие-то. Универсальные, что ли, наручи? Вроде средние я взял. Воу-воу-воу-воу, какой я секси. Да, уйди, ой, этот. Химера, смотри, какой. Сейчас все. Вот это я, варборнка. Не то, что ты хил. Смотри, какой. Просто терминатор. Хидео, иди посмотри. Да, сейчас я уже подбегаю. Блин, я тоже крутой, кстати. Правда, этот. Конечно, я не буду играть за новую расу, потому что у меня очень много персоналок на ру-версии. Конечно, не стоит кольцо и серьга и так далее. Это очень дорого и сложно. Но новичок или тот человек, у которого много шмота не персонального, я бы на его месте попробовал за новую расу. Определенно. Ну вот я не знаю, даже давайте зададим вопрос вот людям, которые в принципе, да там вот Хидео, к примеру, ты бы за кого начал, если бы ты пришел в Аркейдж сейчас? За дворфа. Я думаю, что нас очень много дворфов ждет. Просто потому что ну, популярная раса такая среди ММО игроков. Просто Хидео не нравится. А мне тоже дворф. Нет, не потому. Мужик. Мужик, не, мне дворф-мужик тоже понравился. Я бы вот на ру-версии, возможно, даже бы тоже погонял. Особенно такой с двуруком просто носится и по жопе всем бэкстебы там на 20 тысяч раздает маленький гном. Идите мобов бить, а? Давай все разбежались. Я ролик смотрю. Но у меня, кстати, нет что-то про мобов. Бронетрусы, да, у меня бронеливчик и бронетрусы. Ну, смотрится реально очень офигенно. Варборнки сейчас будет, наверное, самый красивый женский перс, я думаю, в игре. Вы убили 100 мобов квест этот сделали или нет? Нет, конечно. А что вы делаете? Где вы носитесь? Да я ролик смотрю, говорю уже. За ролик ты смотришь, у меня не было никакого ролика. Ну тут квест. Блин, Варборн вообще под роль хиллера не подходит. Его образ. Он реально такой подвручник. Или гладиатор. Ну, какой-то. А вспомни Теру. Там же была такая раса, как раз там, да, чуть да, ли да, не кстати. Саппорт у них. Ну, тоже, может, тоже своих работ фанатов, наверное, найти. Те, кто Теру любит. За Варборн начать играть. Извращение. Берешь такого амбала и бегаешь хилом. Тоже есть такой свой шарм. Ну я хотел двуручником сегодня поиграть, но благодаря кое-кому, кто точно ответить не может. Ты же потроллил, ты придел это как чистая монета. Или ты забыл фортуну? Что, да, забыл? Как у тебя память-то? И вопросы с Lost Ark'ом, понятно? Ну, это не связано с А. Без унылый квест просто, 48 из... 58 из 100. Может, за пчелок много дают?
Блин, я думал, как-то быстрее будет за новый раз прокачка. Чего они так сделали-то? У нас према нет, ничего нет. Мы хиллеры причем. Ну ты понял. Да, я понял. Да. За них долго качаться. Они специально сделали унылый кач, чтобы ты оценил все прелести новой лоб. Ну, наверное, рассчитывают на новых игроков. Ну и плюс вот с этим пингом, когда ты одного моба бьешь 3 года, блин. Ну да. Так, ну, наконец-то я добрался до 100 мобов. Сейчас чувствую, долго буду их бить. Тут, кстати, бегай, можно было бы. Как раз... Ага. Вот тут как раз таки можно было рейд сделать. Было бы быстрее, наверное. И вот как раз последнюю информацию, кто смотрел мой ролик, ребят, помните, я там говорил, что то ли пэты, то ли мобы, это вот как раз таки новые мобы. Вот сейчас. Просто нет моего лица. Вот эти вот мобы, которые вот в этой локе, где сотку надо убить, это как новых, которых нет больше нигде в Аркейдж. Ну, то есть это фишка 3.0, я не знаю, стоило ли разрабам столько внимания новым мобам уделять, но по факту они вот все вот в этих локациях. Лисички какие-то новые и так далее. Ну, морскую арену не ввели, ввели другую. 12 на 12 соло, или как называется. Ввели же морскую цель. А, морскую, ну, я не помню уже. Так ты можешь открыть... Должна быть морская арена. А, мы еще не имеем права даже посмотреть, да. Не дает почему-то. Левел, видать, маленький. Должна быть морская арена, 12 арена на 12 человек в режиме десматч. Нормально мобы убиваются, чё вы? Сколько у тебя атаки физически? Я, может, пушку какую-то ватную делал, мне интересно, может. Хотя не. Она самая первая, да? 47. На тоже 47, да. Ну, уже пушку нам у тебя должно быть побольше. Ну, хотя у меня двуручник. Почему? Какая разница? Одинаково. У тебя просто сила исцеления, может, там в пушке и так далее. Все, эту фигню я сдал, пойду гляну, что мне там дадут по квесту. В болоте в этом, блин. Шмотку, по-моему, должны дать новую. А мне шапку дали. Воу-воу-воу, маска у меня теперь. Мы уже показывали мужского персонажа. Вон Хидео бегает. Угу. Ну, люди, наверное, только подошли, скорее всего. Правда, что в 3.0 с релика не будет ломаться вещь? У Вилата раньше в чате была такая особенность, что он банил за слово лагая. Предлагаю то же самое вести про релик. За релик, да? Да. Радикальный мир. Блин, какой-то непонятный квест какой-то новый, блин. Бегаешь непонятно, что-то вытаскиваешь, ничего не появляется. Где взять ак для Кореи? В гугле. Все гугл. Он поможет. Какой-то странный квест. Что-то он не хочет делаться. Причем сюжетка, зараза. Мне еще и вот этот квест нифига не стан, кстати. А, вон он. Блин, может нам вообще на квесты забить? Ты каких-нибудь
где, не знаю, данжи дотянуть до копий. Фиг его знает, блин. Что-то реально какой-то медленный кач идет. 6500 за квест. Вообще жесть. Ну, обычный аркейджевский кач без каких-либо бонусов. Ну да, на, конечно, обнове они будут у всех уже, блин. Короче, я сменю первую ветку на нападение. Благодаря Химере. Что за заеда? Гладиатором. Или стоп. О, я около миража. Но если ты сменишь какую-то ветку, то да. Да оставь исцеление пока. Жертвенный ДПС докидывает единственный скилл. Боже, я здесь нашел овец каких-то, и с ними что-то нужно сделать, блин. Подстричь козликов. А нет, зарубить. Все намного суровее оказалось. Нужно просто рубануться. Я уже делал этот квест. Наверху, да? Ты сделал его уже? Угу. Что-то пошли по-другому, да? А я же отстал. Сейчас мне непонятно. Ведут куда мне, куда-то вниз. Блин, сделали бы здесь уже реально вот с квестами, как в БДО, где дорожка прокладывается, потому что иногда вот реально непонятно. Ты вверх или вниз тут бежать, блин. Трудно. Боже мой, 2300. 2300 за квест. Что за жесть вообще? Ой, Хидео жалуется на хиллеров. Как? Ну-ну. Не люблю хиллеров. А, ну ладно. Розочку посадили, не? Нет. А, на поле возле есть пьеса. Какая-то розочка. Сейчас посадим, наверное. Сажать, поливать надо их. Так, а мы уже пойти, подожди, или с каналом у нас еще локация? Тоже с каналами, по-моему, да? Мы же как раз выбирали. Народу просто сколько на Корее вот на новом серваке играет. Там каналов они что-то сделали вообще дофигища. А народов что-то не так уж и много, в принципе. Тишина. И тишина? Ну расскажи что-нибудь. Как тебе Аркейдж? Я даже не знаю. Хорошая игра. Понравилась? Че, это хиллером как бы давно уже качался, мне как бы не привыкать. Ну вот я думаю, как бы, есть ли смысл вообще возвращаться сейчас в Аркейдж? И для чего конкретно? Ну, других... Супер ММО пока. Ты ждешь на супер ММО? Я просто тебе смотри, как скажу. Здесь зато есть ивентовый PvP, то есть ты в любое время суток можешь зайти и масс PvP арена тебе что угодно будет. Вот реально. Не, ну не в любое время суток, но там, например, в 11 часов там по Москве тебе дешевле, в 4 часа, там раз, а в 2 часа. Но для этого же надо шмотки и... еще сколько крабить. Ну, ты можешь даже до самого сервера. За марафон. Ну, сейчас марафон, а так есть без марафона. Постоянно новый сервер открывается. Они специально сделали марафон, чтобы можно было сравняться очень быстро. Стартовый эквип ты себе делаешь, и потом с этим стартовым эквипом уже пытаешься... О, кто-то нам сделать. Подписку как оформил. Как минимум, в этом эквипе ты можешь спокойно гриндить. А, черт, этот квест. Биржа игровых валют.
Золотой World of Warcraft, Один Алинеаги 2, Валют Арчиаги, Blade and Soul и других. Подарков. Более 1000 предложений. Более 3000 отзывов ВКонтакте и на других сайтах. Много, конечно, игроки сами добывали своими силами. То, что просто так раздается сейчас. Так, а куда этот пак надо отнести? Че ж за зеленая фигня высвечивается постоянно в чате? Это интересно. Админы пишут. Что-то они нам хотят сказать про фа. Сейчас забаним всех русских. Ой, блин, я устал уже. Только 10. А, 12 у меня, 12. Какой-то квест, зараза, непонятный, блин. А вы в курсе, что каждая трансформация в демона и робота будет стоить 5 баксов? Неплохо. Неплохая попытка. Классная монетизация проекта. Просто. Почему именно 5, а не 10? ПТС на Корее уже давно закрыли, это лайв сервер. А чтобы да. С нами поиграть, дописать Хидео в личку. Не, пишите, пожалуйста. У меня сегодня какой-то сумасшедший день. Куда пак нашел, куда отрабанить? Да, там рядом дом. Там рядом дом есть. В него прям? В упор, который? Блин, вы вроде меня вперед оторвались. Оказывается, отстали. Какой у тебя левел? Не, у меня это 12, но... Я смотрю, вы сейчас делаете то, что я уже сделал. Ты убил 100 мобов уже? Да. Что-то быстро. Что-то ты читеришь, походу, там, как-то. Подгоняешь. Я тоже уже убил. Не 100 мобов, а там... Это понятно. Было бы странно, если бы ты не убил. Там еще сейчас будет квест на 100 чего-то. У меня уже висит. Но это далеко, что-то как-то 600 метров показывает аж. Так, слушайте, зеленый квест вообще, сколько за него XP? За него шмотки... А, за него XP норм дают, кстати. По 6500 за зеленый квест дают. Так, мне надо ветки сменить. Трудно, кстати, ну, лучника прокачивать сейчас на ру сервере, кстати. Че с лучником? Лучника сейчас трудно качать на ру-сервере. Да нет, нормально. Можно взять какого-нибудь авантюриста, он жертвенный, добавить и вперед. ДПС будет побольше. А разве когда-то трудно было? Ну, шмот, как, все дела. Короче, как посадить? Его надо на этого лисенка применить. Mm. Ты че, ворчич не играл? Да я. Старость. Я иногда забываю, да, знаешь. Старость. Вот так вот играть мужскими персонажами. А при чем тут это вообще? Как это вообще связано? У тебя задело, короче, да? Кабан айкона сцены. Кабане нама иным пинкан суру имя. Милишников что-то как-то не хочу. Я помню, как Рейзы на нас напали вилшниками своими, вот это да. А сейчас уже совершенно другой баланс классов, поэтому то, что там было 100 лет назад, ну, сейчас да. Уже все по-другому. Структура рейдов немножечко, ну как в принципе те же маги, АУЕ там и так далее, ну... С одной стороны. Вы в пещеру бегали уже? Пещеру в самое начало или... А, стой, давай это вот с собой сейчас. Иди. У меня просто квест отобразился в самом начале. Кстати, я сейчас буду квест на пугало делать. Ну, уже дали. На пугало? Да. Пугало мне не давали еще. А мне давали. Ну, в этой пещере 100 мобов надо убить. Стой, сейчас убьем. Сейчас я к тебе подбегу. Давайте лучше вместе там сделаем, чтобы потом никому один не буду делать. Или мобов, или руду собирать. О, ежедневка, ну и дает 50 серебра. Сейчас я, по идее, поменяю. Ты где там? Господи Лискейт, то, что у вас забыл ЧСВ, мразь, который ливает отовсюду. Пиздит и не адекватит.
Лучше бы Бегза позвали или Бипчанского. Господи, он вас самих же раздражает. ЧСВ, мразь, 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 мразь. Я вспоминаю, где какая ветка. У меня один вопрос, как донаты отключить? Кого? Ну, попробуем так. На Эллиот, если есть в эфире, пускай подскажет. Вообще, что-то... Что, нам донатят? Фигово донатят, я бы так сказал. Да не донатьте, не надо. Хидео, ты где? Я пытаюсь найти, как ветки переводятся. Корейский я забыл. Блин! Я тебя не вижу. А, вот он. Стою у этой. Лист, подожди, сейчас я ветки найду. Задолбался в пещере. Давайте в пещеру фигарить. Да, сейчас. Пугают. Я около тебя. Вокруг меня. Кто хотел посмотреть на мужского персонажа, вот. Он страшный. Вот. Вот. А вот ты неправда. Что? Чё, у тебя рога одного нету. Где ты его потерял? Кто отрубил? Я хотел побрутальнее, знаешь. Поищи ты тоже в гугле. Как надо, знаешь, быстро находится. Все-таки у меня получше перс. Так с этим никто не спорит. Ты мне ветки умения найди. Диматик умеет. Точнее знает. Пусть тематик в чате есть. Что у тебя сейчас с ветками? У тебя какие сейчас ветки? Я хочу исцеление на нападение поменять. А у тебя сейчас какие ветки? Исцеление, три ветки? Сопротивление и оборона. А, ну ты хил, да. Я не хочу уже. Все. Хватит. Поиграл, наигрался хилом, да. Ну мне не остановило. Ты в итоге, кстати, Химера так и не запустил в окне стрим, только через этот, да? Через весь рабочий стол? Нет, у меня в окне, чё? У меня всё как у людей. Запустилось в окно? А чё до этого вылетало тогда? У меня вылетало через Game Source, потому что античит у них такой. Странно. Что нового в Мираже? В окне его понятно вылетело. Пока. Ну, сейчас увидим, я по квесту пойду, увидим. Вообще я предлагаю, когда у нас там следующий стрим, 20.00, где-то 20.30, ну я, наверное, создам персонажа за дворфов и показать просто стартовую локацию. Сойдет? Хидео, почему да, в корейском языке на конце каждого предложения говорят СМИДА или МИДА? Что за МИД такое? Честно говоря, я не знаю. Ну, это, по-моему, глагол им не да, это как аналогично глагол to be в английском, типа того. Ага, Дим, спасибо, все поменял, ветки. Все, я теперь хоть на человека стал похож. Ты так не человек. Короче, я решил забить на этот квест, не делать его полностью, у него мало опыта. Вот где вы здесь увидите человека? Какие-то глаз нету. Не будет больше опыта. 2500 всего, что-то вообще мало, блин. За зеленый квест дают 6500. Садись давай. Ах, мы вот так вот, ну ладно. Не знаю. Ладно, да мы к тебе едем, сейчас быстро сделаем, да и все. Все, я теперь ну, сильный. Ну пока доедете, я уже его сделал, почти. Пока вы тут ветки меняете, уже 71 из 100, блин. Как правильно установить VPN? О, ну это надолго лекция. Такие вопросы... Да такие вопросы на стриме не обсуждаются. Ну, просто это долго будет. Скажите про строение кораблей, ну... Как обычно, ничего не менялось. Ну, в этом патче. Почему нам не дают зараза на арену выбор? Вот какой левел туда? 30-й, по-моему, или 40-й. Ну, и вот моё рубишь. Ну чё ты моё рубишь? Ну вот как бы я первый был. Дуэль давай, да? Да я выиграю. У тебя ман закончится. Я уже 2 рублю. Ты вообще... А тут только этот или мобов тоже можно бить? Мобов, видимо, тоже можно. Можно мобов бить. Или мобов, или эту фигню собирать, по-моему. Я что-то за мобов что-то засчитывал, сейчас что-то не засчиталось почему-то.
Ну ты помнишь прикол с горничной? Попробуйте. Моба убить. Помнишь прикол с горничными, нет? Ну это отвлекающий маневр, когда ты эту горную руду добываешь. Спасибо. Ты хилтаешь? Там лутнуть надо, что-то вот сейчас тоже, что-то уже забыл лутал. Убейте вот птицу, блин. И ты чё мышь нашли? Мне кажется, быстрее собрать эти. Буду быстрее собрать. А вот сейчас я считал. Всё я сделал. О, потому что я собрал. О. Ну, за зеленый квест дают намного больше опыта. Вообще, кач что-то какой-то слоупочный. Я как смотрю на полоску опыта, мне аж страшно становится. Так, 12-й. А да, чё, в руку другому? Да, ещё медленнее. Замученный донат, ну да. Кто такой Хидори? У нас тут есть Хидори? Вроде нет. Это что-то среднее между мной и тобой. Ну да. Нас уже спаяли. Вот что значит мужским персонажем играть. Ну нет. Опять тонко, да? Пассивки есть у новых? Ну вроде есть. Кстати, надо попробовать. У меня откатилось. Чё она даёт? Расскажи. С ХП не даёт, я уж проверил. Сейчас проверю статы. Статы тоже не даёт. Чё она даёт, блин? Чего 10%? Да. Статы вообще даже дополнительные не добавляют. Может быть, к бегу что-то? Нет, есть ну такой. Вообще, как бы... Все думали, что... Прям вообще супер даст. Но они точно такие же расовые пассивки, как у остальных рас, собственно. Единственное, что они активные первые пассивки. Курай опять 2500 у меня. Не, ну мы отвечаем на какие может можем. Не, ребят, я так скажу, я вообще все вопросы читал, но, если честно, мы за целый день так намаялись с этой всей установкой. Ой, да ладно. Ну я точно, ты спал, а я встал, скачал. Ну как бы я тоже ну, ладно. Блин, я вот здесь смотрю, даже на самом топовом сервере гильдии не лучше, чем сейчас на ру, вот по эквипу не больше, чем на ру серваках сейчас. Средний эквип 6300 это самая топовая гильда здесь, на Корее. У нас есть в районе 6300, по-моему, гильды. Ребят, у нас есть на форуме специальная тема в общем разделе Archeage. Там мы постоянно выкладываем. Перекачка статов есть, реально работает. Открой, знаешь, что Химера? Магазин? Нет, открой окно персонажа. Не-не-не, окно персонажа цель нажми. Ну это мы уже вроде видели, обсуждали, нет? Нет. И? Ну тогда расскажите. А, вот это вот что видишь, ли, что я сейчас... Да, я... Нет, это перекачка статов. Там. Это да, перекачка вот. Статов. Показывал ее? Нет, еще. Или нет? Ну на форуме у нас есть вот, об этом информация. На форуме? Мы выкрадывали. Честно говоря, я... Ну пока мы не особо разобрались с ней. Тут какие-то весы нужны будут. Понятно. Еще что-то. Грубо говоря, можно будет качать силовика в одну силу. Я просто не понимаю, зачем это, но если ты прям совсем не можешь... Ну, то есть, например, я как бы перса делаю, да, то есть ищу там лук на ловкость и так далее. А здесь получается смысл вот этой перекачки. На халяву это все как бы непонятно. Или вообще там силу духа до нуля себе убирать и поднимать все там в ловкость и так далее. Статы, которые там, ну, мизерную прибавку дают. Странно, короче. Господи, тут опять надо поклониться, что ли, кому-то, блин. Надеюсь, то же самое.
Химер, ты все там сделал? Да, сейчас бегу сдавать. Тоже поклониться, да? Или нет? Сейчас увидим. Угу, да, то же самое. То же самое. Сейчас куда надо, что я не понял. Куда-то вниз, что ли? Подержи мышку подольше на пассивном скилле, в смысле? А. Сейчас. Дойду до квестов. Куда нам дальше чуть ползти, я что-то не понял, куда показывает зеленый квест. Под землей, что ли? Не могу понять. Вот я тоже что-то не понял. Может, ну, красивый башни. Город. Ну, это... Махадеби напоминает. Да. Он красивый, но ничего нового. Да, Махадеби такой, аналог пустынный. По сути, такие варборны, вторые коты, даже вот по локациям и так далее. Похоже очень. Не сделали какую-то прям совсем уникальную территорию. Короче, блин, куда ж бежать тут? О, я нашел куда. Бегите все ко мне. Я уже там взял. Сделал. Еще ничего не сказал. Я уже... Взял и бежал, да. Че ты там делаешь? Не, ничего. Просто. У меня тут драйвер внезапно остановился. Глобальную карту покажу. Ну там вряд ли что-то понятно. Им дали новую пушку, по-моему. А, ну кстати, какое-то вот изменение с климатом, какая-то шкала новая появилась. Я видел в этих почноутах, но не перевел еще, что это значит. Какой-то остров появился около восточного континента, огромный. Но он, видимо, закрыт. Но он недоступен, пока. Там, видишь, границы еще. Да, 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 да. В самом море еще вон тоже есть. Ты выполнил сюжетку? Куда тут бежать? Я что-то не пойму. 40 метров. Может, башня? Ну, опять здесь, походу. Нет, не то. Наверх, может? Ну, я вот сюда забежал, да, когда мы искали, тут все взял, три чувака стояло, потом обратно сбегал, опять сюда прибежал. И все, я иду сдавать. Нет, зеленый я уже сдал, у меня красный квест горит, у меня не пойму, куда надо. А, блин, да, обратно вроде показывают, что-то странно. Химер, ты где там? Что-то долго очень. Будем тебя ждать. Да я карту показывал. Баф на 5 минут увеличивает скорость бега на 10%. Это вот этот вот, который Shift 5. Я угадал. Это Аргонаки. А я сказал. Ну, что это бег. Варборном он будет нужен, потому что, по моим ощущениям, они очень медленно бегают. Пойду я на Мираж схожу. Может, там что-нибудь. Короче, давайте, наверное, что там, сколько еще по времени. Я еще хочу, наверное, дворфов сейчас показать. Начать за них поиграть хотя бы. Все равно окно новое у меня сейчас. Ну, тебе надо. Да, следующего стрима еще целый час, в принципе. Ну, я сейчас на этот зайду. Ну там, видимо, ничего нового. Нам наверх, не тут, да? Не, у гномов должна быть своя лодка. Тоже новое. Шмотки дают, кстати. Хэви, что ли, взять? Хэви это самый верхний, не помнишь? Хэви по виду какой, коричневый сундук? По-моему, верхний. Помнишь? Мне тоже так кажется. Нет, верхний. Нет? Я рискнул, взял хэви. Нет, нижний. Рука. Против мобов-то с хэвики вообще хорошо. Фак, по-моему, это не хэви.
А нет. А, дело в том, что на варборнах да, непонятно. Это... Хэви это или нет. На них все как-то обрывками висит. Слушай, ткань, по-моему, да. Я же говорил. Да, это ткань. Надо было самый нижний брать. Нет, нижний там, по-моему, кожа. А потом он появляется. Там когда нет, кожа коричневый сундук. Ну да. Кожа коричневая. Но у меня там только два было. Нижний желтенький, что ли? Не, сейчас три было. Вот я же хотел, думал, хэви взять, мобов легче убивать будет. Новый сервак на ру? Пока не знаем. Да, думаю, будет. Ну, они как-то так пространно говорят. Вроде на презентации сказали, что не планируется новый сервер, но в марафоне написали, что если новый сервер будет, то что-то там вы, по-моему, сможете передать ваши жетоны. Тут вроде ничего. Нет, я, кстати, привык к чатам Arcage, их очень хорошо можно настроить, перемещать отдельно вкладки, и мне даже понравилось больше, чем Ладва. Ну, Ладва, наверное, любимый чат был, просто потому что он привычный там. У кого любимая ММО и так далее. Ты где там Хидеон? Мне тут, по-моему, глайдер дали. У нас ленивец есть, там круче. Ну а зачем нам такой нищий глайдер? Я на своем полечу. А кстати, ничего про изменение домов не было в этом новом апдейте? Ну, обещали какую-то территорию на 2500 домов. Конкретно изменения домов нет. Обещали... Всякие дома для крафта особые. Мы их пока не видели. Ну, такие дома как бы уже есть. Может, что-то новое, значит, должно быть. Конечно, дома с мастерскими как бы давно уже появились. Нет, которые не построены игроками, которые стоят просто. Опять сотку чего-то надо будет сделать. Короче, я, наверное, просто хочу уже отдохнуть пойти, и тогда ты будешь Хидео в 9 часов? Нет, его, наверное, завтра. Еще. Давай завтра у тебя. Я мы же новости хотим еще дадить на твой канал. Будешь с ним делать. Я и сегодня, и сегодня могу, и завтра, в принципе. Ну, блин, я просто как... вместе хочу, как так. Ну, так я и говорю, сегодня что-то. Ну, давай, наверное, тут остановимся. Смотри, мы 15-й качнули, осталось еще 15. Или давай сейчас до 20-го хотя бы качнемся. Или как? Я уже поесть хочу. Не можешь? Пойти. Голодный, да, уже ну, устал. Давай тогда завтра. Ну, я сейчас буду... Скайп сейчас напишу. Угу. Гриндить один тут тихоря, да? Химер. Не, я не буду без тебя качаться. Без кого? Без Слизкейт. Чтоб вместе с ним. То есть вот так вот, да? Я без тебя тоже бы не качался. Ну, у меня работа, я бы покачался. По кабанов надо. Ой, ладно, я, все, наверное, побежал сейчас... я. Давай сейчас да, погриндим, идите. Короче. Сейчас тебе в скайп напишу и подумаем тогда с тобой. Угу, угу. Если что, то может на Ютубе тогда я буду стримить, не на Твиче, чтобы люди тоже знали. Давайте вы эти уже вопросы в скайпе решите. Да, ребят. Ну да. Всем ладно, спасибо. Да. Извините, всем спасибо, что да. Сразу все не можем рассказать, но обязательно все расскажем. Постепенно будут появляться отчеты, в которых будет вся информация, которая вас интересует. Ну, просто, во-первых, сегодня... Тяжелый очень день был, потому что нужно было это все подготовить. Это не просто эту картинку показать. Это не одну кнопочку включить далеко. И много подготовки требовало и затрат всяких. Вот. И остальные отчеты появятся постепенно. Так что ну, я еще не выключаюсь. Нас... Да, Химера еще вам постримит, а мы с Лискейтом отдельно еще постримим. На его канале. Да. Все, ребят, всем спасибо. Всем спасибо. До всем встречи. Пока. Давайте. До встречи, ребят. Так, я сейчас отключил ТС, на всякий пожарный. Или не просто так. Они даются... Нет, это ивент. Сейчас покажу.
Это ивент на Корее, в магазине можно вот эти два сундучка взять, и с них вот дается ленивец там этот. Так, а я сейчас попробую, если у меня сейчас не закроется клиент, я сейчас перейду в создание персонажа. Вообще не знаю, я может завтра утром еще постримлю на этом канале, посмотрим. Мне на работу завтра только ночью, грубо говоря. Вот, но хотелось бы взять 30 левел, показать вот эту форму, трансформацию. На Европотес там делать нечего. Почему 500-600 зрителей в чате пишут, не знаю. Так, сейчас, если мне клиент не заключит. Сейчас я за двор начну, благо аккаунт позволяет. Сейчас мы создадим дворфов, я за них чуть-чуть поиграю, хотя бы стартовую локацию. Ну и на этом будем заканчивать, потому что 21.00 у нас парагон. Конечно, немножечко лагает. Давайте брутального создадим теперь, вот он. Кто хотел посмотреть на мужского персонажа у Битвы Рожденных, сейчас вот я покажу. Вот он вот так выглядит, такой громадный. Ну, его как-то не хотел брать особо. Чтоб его уже хватило с такими большими персонажами бегать. Ну, здесь мы сейчас мужского персонажа возьмем. Сейчас самое прикольное сделать здесь два звучника. Сейчас посмотрим. А мы не сможем все изменения показать, потому что для них надо реально прокачиваться. Например, тоже новое поле боя, оно только рассчитано на 50-55 левел. Дальше трансформация, это только 30 левел. Профессии, там увеличение, по-моему, до 23, это тоже прокачка. Так что тут много всего именно на прокачку. Так что, увы. Жалко, что ПТС закрыли, потому что на ПТС, когда вот мы играли на Корее, то... В разы было проще прокачиваться, показывать что-то. Здесь, увы, лайв-сервер примерно как на RU, так что, увы. Но на форуме мы все выкладываем, так что... Кстати, на клиент я тоже выложу. Ну, примерно где-то до 12 точно. Вот именно этот клиент с 3.0 корейский я выложу в нашей теме общей. Барборно худым, не знаю, наверное, можно. Возьму-ка лучника. Но, правда, лучника очень плохо на горе играть. Тут разные. О, прям как вов. Не будет таким. А волосы не менять не будем. Конечно, тут полностью очень изменился сам редактор. Очень много настроек. Но я сейчас не буду с ним разбираться. Это потом поклацайте к международной версии. Так, ну и погнали. Гну с луком, это пипец, сейчас увидим. Пассивки всех раз переведите в первую очередь, Лиза. Ну, когда я уже начал переводить, посмотрим. Просто перевод это тоже не быстрое дело, так что... Я сейчас не стал заморачиваться особо с редактором, потому что за ним можно просидеть большое количество. Скрин пассивки мне сбили для дворфа. Потом. Он хиды еще запилит. Имя Кувалда. Нет, это мой один из таких старых очень ников в Вове. Тоже загнул. Ну там куномик, правда, был. Че почем?
На Корее у них, конечно же, есть донат такой же, как на Ру практически. Я бы вам, кстати, музыку отключил. Ладно. Крафт вроде не меняли особо. Чольмуни, геонаге. Дугусею. По-моему, уже где-то ты уже видели. Тодори умиушинился. Цане не ирумль турбон джоги и сельтенда. Ой, орошиндрель тунге турбон джоги и сумидаман. Расовый маунт варбонов, варборнов, броненосец. Ну потом видео увидишь, мы, естественно, точнее я выложу запись этого стрима на наш GoHoMedia YouTube. Где здесь номер страховки? Нигде. Жить в Корее. Кунгуманга. Оредзон ягибута тыльёжуль тэни, чааль дыкке. 2000년 전, мольгодо бануан вондерюйран госе. 각 종족에서 파견된 열두 용사가 있었네. 그들은 세계의 근원을 탐구하기 위해 힘을 뭉쳤지. 뉴안 또 самое. 마침내 원대륙의 가장 깊은 곳까지 도착. 그렇지, 근데 그게 не очень. 신이 만들었다는 신비로운 정원을 발견했네. 그래서 как бы варборны там вообще всё отдельно. Тут вор. Ладно. 그러나 정원의 문을 열어버린 그 순간부터 모든 것이 바뀌기 시작했어. Очень долго стандартный интро, но окей, пропустим. А, ну что, стандартное? Ну, как-то. WASD-키를 이용해 이동할 수 있습니다. Вообще, он тут так выглядит смешно. F키를 누르면 퀘스트를 수락할 수 있습니다. 아이, 저쪽 부득 따로 가보세요. 부득가에서 선장을 찾으세요. 마우스 버튼을 누르고 마우스를 드래그하면 обделили дворф, да. Я и говорю. 못 보던 얼굴인데. Мне тут тоже всё старое. 설마 그런 차림으로 배를 타겠다는 건 아니지? 여긴 너 같은 분내기가 올 곳이 아니야. 싹 가자. 그만, 그만. 그거 뭐란 게 저저 선장에게서 배에 오르는 방법을 알아보세요. 어서 배에 오... 그런데... 사다리를 이용해 범선에 올라타세요. F키를 누르면 사다리를 잡을 수 있어요. Зато он выглядит как этот... Дварф из... Ой, как зовут-то? Властелин колец. Во. А как его можно пропустить? Я просто, видимо, не приходил. 선장에게서 종족의 사명에 대해 알아보세요. Я не помню, как пропускать. Упс, там какой-то ролик был новый. Не? 대포를 이용해 해적선을 공격하세요. 포격 기술을 이용해 해적선을 공격하세요. 선장에게서 날틀 사용법을 배우세요. Всё, спасибо. Там не сверху, там рядом. Ты КВД вылезли. Долго, к сожалению, грузится, потому что VPN. Нару сверху, ну, то нару, а тут Корея, это все по-другому. Вообще, надеюсь, мне клиент не закроется. Когда будет следующий стрим по Парагону?
прогону сегодня 21.00. Так, вот это опасно. В Корее, в АА в Корее нельзя вырубить VPN, как с Блесом. Там так не получается. Хотя античит вроде такой же, но... Что-то у меня как-то с клиентом не то. Не, ну там сейчас скорее чуть посложнее запускать клиент, нежели было раньше. Раньше просто можно было через WTFS все, сейчас тупо WTFS не спасает. Надо, чтобы еще сам античит был под VPN, грубо говоря, тогда это. Я, если я сейчас буду перезапускать, это мне стрим перезапускать, так что увы. Я сейчас не смогу перезапустить. Но я сейчас подожду, конечно. Ну... Игра зависает и все. Ну, значит, все. Я не покажу дворфов, потому что мне иначе VPN сейчас придется врубать. Ну, в итоге у нас сегодня вообще не последний стрим по Арчейджу. 3.0 который. Мы еще будем, ну, завтра, наверное, с Лискейтом Хидео будет, а мы в пятницу, когда там, в пятницу. Да, в пятницу. Ну, мы еще посмотрим по расписанию, потому что все-таки показывать, кричить мы будем 3.0, интересно все-таки. Конечно, жалко, что сейчас зависло. Ну, может, я прям следующий стрим начну с этой логи, с дворфов, если сейчас не получится. Да, меня уговорили про лог пропустить. Ну, бывает, чё уж. Тут все быстро, к сожалению, не запустишь. Ладно, экзенлимс ниже. Спамят установить доп-прогу для защиты? Да нет, у меня такого не было. Все уже, короче, он завис, наверное, надолго. Ладно, тогда мы с вами прощаемся, потому что у нас через некоторое время следующий стрим, и перезапускать я уже, наверное, не буду, все, потому что долго с этим всем возиться. Это, опять же, это не последний стрим по Arch 3.0, возможно, завтра утром я запущу стрим, посмотрим, как дела сложатся. Ну, естественно, в пятницу мы 100% будем стримить тоже с Хидео. Что мы рассчитываем показать хотя бы, ну, много чего, если, конечно, получится. У нас, да, не знаю, кто виноват, не будем искать виноватых. Посмотрим. Вообще у нас на форуме в общем разделе Archage есть темы. Archage 3.0, там с обсуждением, и мы выкладываем все наши материалы именно туда. Большие материалы, естественно, мы будем постить в нашу библиотеку. Это archagerussia.ru, и там раздел библиотеки, насколько я помню. Вот. Ну, все материалы у нас на форуме, так что читайте. Запись стрима появится через некоторое время на нашем ютубе, так что вы ничего не пропустили, грубо говоря. Видео мы тоже будем все выкладывать, так что вы ничего не пропустите. Главное, просто заходите на Гоху и следите именно за теми темами, которые мы сейчас я озвучил. Ладно, тогда до новых встреч. Магазин или там какие-то скриншоты тоже говорите. Мы там с Хидео заскриним, попробуем, потому что у нас как бы аккаунт есть. Возможность тоже есть показать. Клиент я тоже выложу, но это, наверное, будет через 3 или 4 часа, потому что закачивать все-таки надолго. У кого есть аккаунт, и тоже можете
посмотреть, помочь, там еще что-нибудь сделать. Ладно, всем до новых встреч в эфире. Спасибо, что смотрели. Много нас сегодня было на стриме. И всем пока.